Друзья, вот такой тазик блинов мы сегодня приготовили. Блины с творожной начинкой. Готовится легко и быстро. Мне помогала моя дочь. А как мы их приготовили, сейчас я вам расскажу. Блины мы готовили без яиц и без молока. А вы не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой кулинарный канал. Будем готовить вместе. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Или 250 миллилитров, и газированная вода 2 стакана, то есть 500 миллилитров. К муке добавляем щепотку соли, пол чайной ложки соды и столовую ложку сахара. Добавляем стакан газированной воды к муке. Очень важный момент, воду газированную нужно открывать непосредственно перед приготовлением наших блинов. Затем берем наш ручной миксер. И все хорошенько перемешиваем до однородной массы. Друзья, всем советую приготовить. Рецепт очень простой и очень легкий в приготовлении. Затем еще добавляем 1 стакан газированной воды. И хорошенько вымешиваем венчиком до однородной массы. Обязательно попробуйте приготовить этот рецепт. Блинчики получаются наивкуснейшие. Они тают во рту, очень нежные и очень мягкие. Друзья, поддержите меня лайками, вашими комментариями, ну и, конечно же, вашей подпиской, чтобы не пропустить следующую новинку. Затем я добавляю 3 столовых ложки растительного масла в тесто. Это нужно для того, чтобы ваши блинчики не подгорали. Ваше тесто должно получиться вот такой вот консистенции. Отправляем тесто на разогретую сковородку и распределяем блинчик по всей сковороде. Посмотрите, какие пузырчатые получаются блинчики. Они легко переворачиваются и не подгорают. Я знаю, что некоторые хозяюшки жарят такие блины под крышкой. А как жарите блинчики вы? Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Вот такие блинчики получаются. Пузырчатые и очень вкусные. У меня получилось 10 блинов. Но нам этой порции показалось мало, и мы с дочкой решили приготовить целый тазик блинчиков. Вот моя помощница мне помогает на кухне. Также расскажу, как приготовить начинку. Творог понадобится 250 грамм, сахар столовая ложка и яйцо 1 штука. Можно добавить изюм. Все хорошо перемешали и на блинчик. Вот посмотрите, какая гора блинчиков у нас получилась. Целый тазик. Часть заморожу, а часть будем кушать. Вот так весело мы сегодня с дочерью провели вечер. Готовьте вместе с нами, готовьте лучше нас, подписывайтесь на канал и до новых встреч!